Дорогие друзья, мы сегодня с Татьяной Ивановной. Здравствуйте. Здравствуйте. Прогуливаемся по зоопарку «Сказка». Сейчас мы зайдем на смотровую площадку, которая находится над белыми бенгальскими тиграми. Здесь очень красивый вид. Видно гора Ставрикая. Сейчас, если погода позволит, увидеть крест на горе, куда постоянно паломники ходят. Я немного приближу. Вот если отсюда посмотреть, видно. Ну, сейчас крест не видно, очень ярко светит солнце. Да, и вот. И нет никакого контраста. Ну вот. Зато гору как хорошо. Гору видно. Вот в центре, над ветвями деревьев, видно гору Ставрикая. И вот видно, в принципе, всю южную гряду. Огромный фрагмент гор вы можете рассмотреть на нашем видео. Зоопарк наш купается в зелени. Очень много. После дождя все ожило великолепно. А тут наша орхея после обеда отдыхает. Фея, привет! Привет, фея! Вот она, смотрите, в зелени. Фердинанд услышал голос и ищет, где его зовут. Фердинанд спрятался в тень деревьев. Федя, я здесь наверху. Улегся на свой любимый настил. Ну, там люди, он импозирует. Ну, я и приблизить не могу его, не видно. Вот отсюда, Бодечка, чуть-чуть встань, смотри, вот как видно хорошо. Нет, все равно. Вот, сюда видишь. Ну, вот его видно, ну, я вижу, а зрители могут и не видеть, потому что там, ну, темно. Может, там немножко темно, ему там уютно, хорошо. Зато орхея такая красавица. Вывернулась и показывает, какая она у нас красавица. Да, орхея? Девочка моя умничка. Вот так вот им спится. А сейчас мы зайдем к вольера Рукинкажу. Погода, яркого солнца нет, может, и увидим наших ребят на улице. Сейчас зайдем поздороваемся. Вы уже были знакомы с нашей Фифой. Фифа у нас искусственница, выкормыш. А здесь живут ее родители. Мы зайдем с ними поздороваться. Если они, конечно, выйдут. Со мной выйдут поздороваться. Пожалуйста, Богдан, заходи. Вот здесь у нас такой был шикарный завтрак. Обед уже. Так, сейчас я пролезу под деревьями. У нас здесь тоже в вольере достаточно зелени. Вот, смотрите. Очень любят играться. Привет, парниша! Привет, мы пришли поздороваться, да, мой маленький. Вот какой хороший мальчик, умничка. Вот, видите? А мне тоже у нас не ручные, так что рассказываем. Ребята, доброе утро. Просыпаемся, обед прошел, поели. Давайте поздороваемся. Привет! Мордочки. Водя, смотри, пока все есть. Потому что сейчас они решили со мной поздороваться, а потом уйдут спать. Аккуратно у нас мальчик на посту. Бодечка, отойди от него, пожалуйста. Ты видел, как он реагирует? Видел, да. Да, они очень резкие. А это он просто напугал. Вот так, дети, спокойной ночи. Спите дальше. Так, хочу вам сказать, снял? Что кинкажу это сумрачные животные. Они...
Они в основном вечером после захода солнца активные и утром рано. Вот такая вот красота у нас живет. Хотя на момент 2014 года всего лишь считалось 82 особи кинкажу по зоопаркам мира. Но они очень приручаемые и очень богатые люди позволяют себе держать его как комнатного животного. Кстати, у Пэрис Хилтон живет кинкажу вместо собачки. Спасибо за интересную прогулку. Хорошего вам дня. До свидания.